Сотрудники группы компаний «Ивогаотын» все вместе встретили свой профессиональный праздник – День работника сельского хозяйства. О том, что этот год стал для них нелегким, со сцены говорилось не раз. Но оттого и награды для работников стали более значимыми. Засушливое лето, дождливая осень, и мы с вами не получили планируемый результат. Но люди, которые работают в наших коллективах, они добросовестно работали, и вот этот праздник для этих людей. Среди тех, кто поднимался на сцену за грамотами, были механизаторы, бригадиры, наладчики и другие сотрудники компании. У каждого из них свои успехи. Виктор Кучерина, тракторист одной из организаций, работает в Иволге с 2012-го. Этот год принес ему новые достижения. Он посеял 888 гектаров и перевез во время уборочной кампании 1630 тонн урожая. По хозяйствам там многие работали. Ну, на юге-то там маленькая урожайность, а на севере хорошая урожайность средняя. Ну, как сказать, на севере хорошо у нас получалось. 3-4 рейса бывает там. Бывало и ночью работали, все приходилось. Без таких опытных работников в сельском хозяйстве все чаще не обойтись. А все потому, что молодое поколение делает выбор в пользу других профессий. С каждым годом сложнее остается находить механизаторов постоянных, которые на тракторе работают, на комбайне. Тяжело в связи с тем, что все уходят юристы, программисты, а на комбайне никто не хочет работать. Вот в этом сложно. И все же молодые сотрудники компании не раз поднимались на сцену. Их всех отмечали как ответственных и грамотных работников, у которых впереди только высокие показатели. Мне хотелось бы сказать огромное спасибо всем нашим механизаторам, всем работникам наших сельхозпредприятий, которые вложили свой труд, свои умения, получение этого каравая этого года. Я считаю, что механизаторы у нас очень много высококлассных механизаторов, но есть и молодое поколение, которому стоит еще учиться и учиться. Алексей Кудрявцев, Наталья Басмурзина, РТН.